Всем привет! Сегодня у нас реакция на видео Клинское. Там, кто у нас? Эльдар Джахаров и Дружко. Всему тому, что умею сам, но почему вы пришли именно ко мне? Полстраны рэперов. Ладно, проходите. Сразу усики, все остальные рэперы ничто. Забудь слово кофта, есть только худи и свитшот. Выпрями нормально руку, когда делаешь дэп. Не набить блогеров, которые делают рэп. А потом вот так тараторы непонятно, читай монотонно и быстро. Таракан, барабан, кровать, барабас, тут вроде бы не надо и смысла. Или делать зло, который не поймет и третья. Главное, не забывай про между месяц, я типа и или трррр, типа гей-гей-гей, или як-як-як. Если сможешь говорить тебе слова, как я, можно прочий рот вообще не открывать, так я плюс. Как только начинаешь делать рэп, сразу кричи, что у тебя уже есть успех. А когда реально сможешь выбраться наверх, читай, мол, где вы были все, когда я был никем. Нужен батл, чтобы показать, как ты велик. Используй твиттер, чтобы зародить конфликт. И вот выходит из палаты лысый акушатор, мол, поздравляю, ребята, у вас будет батл. Я рассказал тебе все, что знаю сам. Теперь последний экзамен, чтобы понять, чего ты достиг. Нет, Эльдар, я лучший рэпер планеты. Поздравляю, ты готов, мой ученик. Спасибо, Эльдар, тебе за все. Ну и что, так прикольно сделали. Ну, очень интересно. Хорошая подача у Эльдара. Ненавидеть каждого блогера, кто занимается рэпом. Теперь я читаю. Оригинально. Я вошел в историю. Плюс на шоу приходит мнение лидера. Ко мне потянется молодая аудитория. Я смогу рекламировать аукционы и спидеры. Ты выглядишь как палач, но я слышу твой плач. Приготовься. Сам против себя. Это смешно. Мы не на математике, но я стираю потоки. Только сейчас научился читать, а ведь ты не молод. Что ж, тогда познакомься с новой школой. Я могу все то же, что и ты, делать спокойно. Ведь мы две стороны одного биткоина. Но ты читаешь неприметно, как студент в библиотеке. У тебя даже нет друзей, чтобы сделать бэк. Уберу тебя с экрана одним коротким свайпом. Твой поезд ушел, и это был поезд хайпа. Ну, чё так прикольно, да? Кей-кей-кей. Бря. 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 Всё, бэтл закончился. Всё хорошо. Соперника вы победили, и я... Мне понравилось вот это кей-кей-кей. Бря. Бря там, например. Мне понравилось, когда это было в звучании музыки, а не сейчас, когда они сидят. В общем, клип очень нормальный так. Можем сказать. Вот. Хороший качественный контент, когда будете смотреть на экране. Да, в принципе, уже все это видели. Ну, большинство все. Я бы даже сказал, что для первого раза получилось очень даже неплохо. А теперь можете переодеться в свою одежду, потому что это вам не очень подходит. Я одет так же, как и вы. Нет. Стало чудес. Ну что, друзья, подведем итог. Клип очень интересный. Очень много интересного в нем я увидел. И ставлю палец вверх. Я его уже пролайкал. Можете его посмотреть. Называется Клинское Дружшоу Шоу. И Эльдар Захаров. А, Джахаров. Вот правильно.
все, увидимся. Подписывайтесь на этот канал. Всем подписчиков, от меня большой поклон. Всем пока.